Я приветствую всех разбойников сервера CirrusX5. В этом видео я вам расскажу, как я прокачивал взлом замков, потому что не все гайды под этот сервер подходят. Ну, что, начнем? Итак, с единички до сотки мы прокачиваем взлом в Красногорье. То есть вот распорядитель полетов, сюда прилетаем, здесь так пробегаем, здесь за этой циркулярной пилой вот они ящички стоят. И вот мы их юзаем вот так и прокачиваем скилл. Я его просто уже прокачал до 400. Еще вам понадобится символ. Вот такой вот символ взлома. Уменьшает время применения способностей. Взлом замка на 100%. То есть это сэкономит вам время. То есть сундучки быстро вот так раз, раз, раз и качаете, стоите вот так вот. Так, отправляемся в следующую территорию. Следующая территория — это болотина. Сюда вот приезжаем, вот так, чтобы было понятнее, здесь она расположена, эта локация. Вот прибыли сюда, и от 100, и по-моему до 175 можно прокачать вот на вот этих вот подбитых сундучках. Побитый сундучок. Вот они здесь разбросаны, можно бегать, можно ждать. Вот так открыли его и побежали дальше. Сейчас локация для прокачки 175-225 находится в болоте печали. То есть здесь нету альянсерского перелетчика, с выжженных земель можно добраться, у выжженной земли через портал. И мы вот сюда прибегаем, и здесь они находятся под водой. Идем смотреть. То есть нужно будет тут потратить время. Они не так уж и быстро здесь респаунятся, эти сундучки. Вот так вот мы заныриваем. Вон уже первый вижу сундучочек. И просто по кругу плавать их, открывать. Там уже дальше запомните расположение. Вот раз открыл. С них лут также падает. Мусор, я бы даже так сказал. Вон следующий сундучок. На данный момент здесь никого нету, поэтому вот так же. Плывем дальше. Вот следующий сундучок. И так по кругу плаваете их и прокачиваете до 225. Итак, следующая локация, куда нам нужно попасть, это в Тонарис. То есть вот отсюда мы бежим так, так, так и попадаем вот в это место. Ну, здесь вот корабль стоит, все дела. Здесь разбросаны вот эти вот проломленные сундучки. Вот, и мы их юзаем. Здесь стоит. Дальше, по-моему, там стоит. Сейчас просто пробегусь. Да, он следующий тут стоит. Потом там пушки стоит. Здесь. Ну, где-то тут и где-то тут. Да, вон он, сундучок стоит. И вот еще стоит. И вот так по кругу бегаете. Короче, в Тонарисе нужно прокачать до 250 взлом замков. Следующая локация — Восточные Чумные Земли. Вот она здесь расположена. Далековато, конечно, с этого края до этого края добираться. Но все же здесь мы прокачиваем взлом замков до, по-моему, 300. Вот здесь мопики стоят, их
проще это вырубить. Вот. И стоим. Можно возле этого сундука стать вот так. И вот так открыли. И ждем. Он прям сейчас тудым-сюдым и опять появится. Можно отсюда и не отходить. Время от времени мобиков убивать. Вот он появился, сразу открыли. Вот, ты стоишь так, прокачиваешь. Все, дальше отправляемся в следующую локацию. Здесь нам уже ловить нечего. Так, ну следующая локация у нас получается Зангротопь. То есть вы приходите вот в это место. Здесь вы ищете вот такие вот сундучки. С цифрами я уже, конечно, немножко сбился, еще покуда его качать. Но здесь достаточно будет там 300 с лишним апнуть. То есть также. Подождите, нет. Это я соврал. Не этот сундучок. Вот, вот эти вот. Плетеный ларец. Вот, их взламываете. Также они здесь есть. Вот в этих кибитках. Только не во всех кибитках. Вот тоже спокойненько взламываете. Все это дело прокачиваете здесь. Ну, 300, я думаю, будет вам достаточно. И дальше отправляетесь в Нордскол. С 300 уровнем навыка взлома замков можно приходить уже в Нордскол. Так. Борейская тундра. Вот, то есть от крепости отваги. Вы вот здесь проходите. И оказываетесь вот в таком месте. Ну и здесь ваша задача обкрадывать всех вот этих мобов. После себя желательно их убивать, чтобы они потом, когда рисались, можно было заново у них пошариться в карманах. Не со всех падает, поэтому понадобится время. Вот я уже немножко налутал. Этих замочков, ящичков. Очень далеко. Так что придется потратить здесь время. Но они падают. Падают, и потом спокойненько можно прокачивать. Вот он раз выпал. Заодно и можно тут зеленку потрусить, чтобы продать дезенчантерам. Ледяную ткань по ходу дела потрусите. Так, и по кругу бегаем, обворовываем, убиваем, обворовываем, убиваем. Ну, это тоже время затрачивает, но тем не менее здесь можно будет покачать. Можно на этих сундучках вплоть до 400-го качать, но я покажу еще одно место, куда стоит прилететь, и там уже... Да ё-моё. Тоже обкрадывать мобов. Таким образом будут эти лари, шлари-мари. Этого я забыл, короче, полутать, обворовать. Yeah.
Ну вот они падают. Падают и спокойненько занимаетесь обшариванием карманов и прокачиваете здесь взлом. И так. Следующая локация, где мы будем прокачивать взлом замков уже до самого талого, до 400, это вот ревьющий форт. Вот эта местность, Скорн, вам нужно прилететь сюда. Ну, обычно я туда летаю. Вот сама локация. То есть отсюда вы полетели, Зулдрак пролетели, Седые холмы. И вот ревьющий фьорд. Или, да, фьорд. Сюда прилетели и начинаем грабить, воровать. Не у всех мобов падают эти ларцы. То есть вот с этих падает. Вот он, усиленный ларь. Взлом замков от 350. Все, также рекомендуется их убивать, чтобы они потом респавнились и заново можно было с них взять эти сундучки. Заодно и можно там это шмотки и всякую шляпу подлутать. Так, вот идем дальше, там высматриваем. Очень далеко. Воруем, я, наверное, этих не буду убивать, они мне нафиг не нужны, я вам просто показать. Вот усиленный ларь. Идем дальше. С этих чаще выпадает, кстати. Усиленный ларь. Можно их также и продавать, когда уже прокачаете свои навыки. Потому что некоторые богатые разбойники, они на аукционе эти лари покупают и прокачивают. Ну и также там есть шанс дропа определенных вещей. Но опять же, это очень долго нужно фармить. Ну и все, в принципе. Здесь 400 добиваем. И на этом заканчивается наша прокачка взлома замков. Благодарю всех, кто смотрел данное видео. Всем до свидания и до новых встреч.